еще на работе, у меня отваливается спина. Хорошо бы был весь год таким, потому что начало года замечательное. Только знаете что? Женщина, бабушка, которая должна была прийти пораньше, опоздала на 15 минут. Из-за этих 15 минут я задержалась на 1,5 часа на работе. Потому что, знаете, если задерживается один, то задерживается потом другой клиент, потом третий, потом... Ну, вот как пробки делаются, да, на дорогах. Один там где-то не туда посвернул, и все, пробка на километр. Так и здесь. Я, конечно, ей выразила свое недовольство в легкой форме, в шуточной, но осталась недовольна. Вот, так что, что хотел сказать-то? Это он меня увидел, что я тут присела, пока бабушка там сушит свои бигуди. Ой, сегодня мои подружки, клиентки, сделали. Она мне прислала прическу в Инстаграм. Не в Инстаграм, а в этом, Пинтерест, или как там он называется. Она: хочу такую. А там, знаете, прическа, ну не знаю, 80-х годов. Я говорю: хочешь, не вопрос. И там, знаете, с бигудями, в общем, я говорю: ну это бигуди. Ой, мадре мия, что это такое? Ну там бигуди, в общем, там... Объем, кудри, все дела. Короче, я и забахала. Вот, говорю, смотри, прическа один в один, как на фотографии. Ну ты с этой прической. Мы ржали, и даже вот клиентка сидела, тоже ржала. И потом она такая: блин, убери это. А я еще, когда бигуди накручивала, говорю: смотри, говорю, потом помыть, скажешь, пошли мыть. Вот, а это... Я говорю: слушай, у тебя, говорю, резинка была. Она такая: да. Я говорю: давай сюда. Короче, я ей все это волос забрала, челку вытянула. Даже клиентка, бабушка такая сидит, говорит: вот так лучше. Мы как давай ржать. Она говорит: ну я хотела попробовать. Я говорю: попробовала? Все. Теперь знаешь. Ой, блин, ржаки. Вот, но я ей сразу сказала, говорю: тебе такое не пойдет. Она: я хочу попробовать. Я говорю: ну, так как это, как говорится, одноразовый вариант, то есть бигуди там у нас там машины не могут разъехаться, и поэтому люди становятся ко мне на порожек. Вот Чарли побежал. Вот, так что вот такие вот ржаки были у нас. А я знала то, что я сегодня задержусь на работе, поэтому буду доедать все, что есть. Гнездится в свитере своем. Иди целоваться. Целоваться давай. Ой, давай. Целоваться. Целовайки, обнимайки. Не хочет. Он там смотрит, кто там пришел. Вдруг воровать кто пришел. Сегодня утром так бежала с работы, вернее, на работу, что забыла чуть-чуть своего открыть. Он у меня бедный там не поет. Спит. В спячку ушел. Ой, блин. Я сейчас такая подхожу, думаю, не поняла, что он не поет. Он у меня замурованный. Все. Чуч, привет, доброе утро. Скажи, что это, не понял я? Продолжительная спячка у меня. Сейчас я ему корм насыплю. Я тут делаю крем. Сначала я вот сахар превратила в это. В муку, хотел сказать. В сахарную пудру сейчас добавлю сметану и творог. Творог, он вот такой вот крупинками. Я его тоже перебью, чтобы он был не крупинками. Вкуснятина. Вот такой крем получился. Я еще добавила стружку эту вкусную, кокосовую и ванилин. Вот такой он пахнет нереально. Я сделаю половинку, чтобы, потому что вдруг мужу не понравится. Он вкусный. И разрежу вот так его напополам тоже. И туда уже. Так, тоже какой-то неудобный. Вот этим лучше. Там должны быть еще фигурки. По идее. Посмотрим. Ням-ням. Он уже вкусный. Такой вкусный бисквит. Бисквит? Нет, булка это. Вот тут какая-то фигурка, видите?
Ну, кому попадется, тому и попадется. Сейчас я его начиню, посмотрим результат. Кстати, на него вот так вот корону надевают. Будем пробовать. Я уже покушала, доела я наконец-то утку. В общем, все новогодние блюда я доела. Поэтому, чем не королева? С какого уж края начать? Вот тут есть цукат такой-то. Апельсин. Порежем. Может быть, крема даже побольше надо. Потому что в испанских прям там сливок прям вообще много. Вкусный. У меня, видите, с апельсином сушеным. Зубы не сломать. А то ж фигурки могут попасться. Это как сдобная булка. Только вкуснее. Что-то туда шла, а было прохладненько, а обратно иду и прям вроде бы как хорошо. Прослушала, стреляют или не стреляют. Там где-то в той стороне есть уголка такая, я уже про нее говорила, которая имитирует выстрелы. И Чарли боится эту уголку. Не знаю, что-то, по-моему, уже не стреляла. Надо прислушаться сейчас. Потому что, может быть, можно уже будет с Чарли ходить гулять. А то одной как-то скучно. Хотя туда я прошла, говорю, с сестрой болтала. А вот обратно в музыку, наверное, сейчас врублю себе и буду кайфовать. Вот не пойму, что там у нас спорт, и то ли мусорка, то ли что. Вам покажу. Непонятно, что это такое. Видите? Что-то как-то мусор вроде необычный. Но что-то непонятное, что это такое. Там эти пришли, рыболовы. Их сейчас не было, когда я сюда шла. Так вот. Подошла поближе. Что это такое? Не пойму, что это такое. Это какой-то, знаете, как будто вот машины, когда вот так вот сжимают, и вот все, что остается от машин. Потому что это не простой мусор, то есть. И там вот рыбы ловят. Интересно, что там ловится в такую вроде как погоду. А вот смотрите, какой большой этот корабль. Там еще один стоит. Что это за мусор такой? А вот это вот это. А вот это, понятно, да? Это ветряные мельницы, которые вот это вырабатывают электричество. Такие не огромные. И вообще погода у нас, как можете заметить, вот так вот. Я иду в наушники. Ой, не моя случайно маска, нет. Моя на морде лица. Видите, на завтра дождь передают, поэтому такая вот у нас погода уже портится. На камере прям красиво. Так смешно. Вот что такое. Мы здесь ходим же, собачники, постоянно одни и те же люди. Вот, и сейчас такая, иду навстречу мне девушка. Они тоже своя собака, вот, но мой всегда без привязи, а они просто не ладят, или ее собака, но она, в общем, всегда его привязывает. И сейчас она у меня увидела такая и привязала свою собаку, потом только мы проходим уже так, ну, поздоровались, хотя я ее знать не знаю, ну, здесь все здороваются. И потом такая на два шага сделает, такая, а собачка где? Я такая, да тут везде, говорю, стреляют, поэтому собачка моя боится гулять. Она такая, а то, говорит, гляжу, нету.
это, и такая, я говорю, ну да, вот, говорю, хожу одна, скучно одной, и такая, ну да, вот, представляете, и так смешно, она такая, это идет, такая, это, в недоумке, типа, свою собаку привязала, а эта тут одна идет, такая, типа, а где собачка-то? Фу, то жарко, то холодно, не поймешь. Вся спина потная, мокрая, а уши холодные, с носом, щеки, кровь с молоком. Все. Смотрите, я когда уходила, оставляла Чарли вкусняшку. Вот я ему приготовила еще, когда пришла, но он не съел ту, потому что он, когда я ухожу, он обижается очень сильно и уходит на кровать, и даже меня не встречает. И вот я сейчас пришла, и он ее кушает. Тима, я рыба сладкая, да. Вкусно тебе, да? Дай. Дай печеньку. Дай печеньку. Ну, ну. Фу. Фу. Но. Muy bien, чикитина. Видите, как надо собак учить. Но. Но. Опс. Ну, я рыба. Ладно, кушай спокойно. Кушай, кушай. А видите, я должна ему дать. На. Моя рыба сладкая. Обидчивый ты, моя рыбка такая. Он сразу был такой, знаете, злой, когда вот маленький был. Невозможно было не взять у него никакую еду. Но вот методом обучения... Сейчас это не составляет никакого труда. Хоть он и, смотрите, показывает свои, иногда даже рычит. Ой, кушай, кушай спокойно. Скажи, замучил, не дает поесть нормально. Сейчас немножечко на кухню уберусь. У нас вообще сегодня должно было быть шествие трех королей. Как это происходит, я вам оставлю ссылочку внизу, так что заходите и смотрите, как это на самом деле праздник вообще офигенный для детей. Но в этом году тоже сделали для детей, они писали, что-то надо, наверное, закрыть, подожди. Они писали письма трем королям, и как-то вот, я не знаю, как это, ходили, то ли сами ходили, дубочку такое, то ли сами ходили к ним, к этим королям, то ли чё, вот за как-то за письмами. А вот. Но сегодня будут ездить повозки у нас в городе. Вот, ти моя рыба. Все, нанянчились. Вот. Больше будут проезжать больше 300 улиц. И полиция, и наша мэрша дала, как это, название улиц, и во сколько по этим улицам будет проезжать кабальгата, как ее называют. Это едут повозки такие нарядные, сказочные, и в них сидят три короля, волхва, три волхва, в общем, которые везут Иисусу подарки, приношения, да. И вот это вот символичные три короля, вот, едут по городу. По нашим улицам они будут проезжать около 8 часов. Вот, поэтому сейчас я быстренько оприходую тут кухню и пойдем с вами посмотрим. Обычно эти персонажи кидают конфеты своих повозок, там все дела, но останавливаются много, но в этом году просто проезжают они по городу. И как бы таким образом, ну, создать, чтобы люди не скапливались, знаете, создать ощущение праздника, но без вреда населению, скажем так. Вот. Так вот, такая красота. Блин, сколько мы этот пирог будем есть, не знаю, потому что я еще, помните, же делала этот, как его называется, рулет маковый. Мы его никак не поедим. У меня еще целое рулетище остался. Туда. А, я ж чай хотела. Я ж хотела чай. Я ж вчера заварила на ночь. У меня тут имбирь с этим.
шиповником. Сейчас заварю чай. Как раз и будет мне счастье. Надо помешать. А то я в прошлый раз не мешала. В общем, как-то непонятно вам, мне кажется, объяснила. Но я говорю, переходите по ссылке, и вы все увидите, и все вам станет понятно и ясно. Вот. И это будет лучше, чем мои объяснения. Потому что, если честно, я даже не знаю, как это объяснить. Кабальгата, повозки. Они меня не тянут комида. Ну, тянут. В общем, сейчас немножко посуду помою. Мне, в принципе-то, нечем мыть. Только вот из-под крема вот этот вот. И все. А все чисто. Люди на улице есть. Стоят люди на улице, ждут. Вот, чаля дандева. Вот, посмотрим. Не знают, правда, кто оттуда поедут или сзади. Стреляют, конечно, здесь. Чарли еще как бы он не понимает, то ли стреляют, то ли не стреляют. Вот. Дети спрашивают. Что ты спросил у королей? Потому что завтра подарки. Завтра дети с утра встанут, а у них под елкой подарки будут находиться. И вроде как это типа от королей. Куда идет пописать на мусорку. Вот. Вообще здесь подарки дарят, у кого по возможности деньги есть. И на Новый год Папа Ноэль приносит. И потом кто и на Рождество дарит. И вот сейчас короли приносят. Ну, короли это 100%. Здесь дарят подарки. Вот такие хорошие подарки. Знаете, планшеты, компьютеры, там телефоны. Вот я всегда забыла маску. Вот, слышите? Чарли вроде как, я не знаю. Даже то ли привык, то ли что, не пойму. Руки, конечно, намораживаются у меня. 9 градусов всего. Ветерок. Мне кажется, он уже привык к этим с выстрела. Кошка. Кошка побежала. Очухался, даже кошки это ему. Чарли, нам не туда, нам вот там вон короли-то поедут. Вот. Обычно у нас короли ездят только по одной улице. Ну, не по одной, по нескольким, но главным улицам. Вот. За кошкой, за кошкой. А вот в этом году, так как нельзя собираться всем вместе, вот по всему городу будут разъезжать. Кстати, один из королей там наш племянник. Племянник мужа, представляете? Я сейчас на фотографии смотрела в этом в Фейсбуке и его узнала. Винты бараки, винты бараки, кори. Винты бараки. Опс. Опс. Мне кажется, винты, винты. С Чарли невозможно каких-то там королей смотреть. Ни королей, ни королев, ни принцесс. Поэтому я его сейчас быстренько домой отведу. И пускай он дома трусит. Терепа-я-я, покаса, омбре. Все собаки как собаки, а этот боится всего. Подумаешь, там стрельнули немного. Все уже. Штаны наложил. Точнее, написал. Иди уже домой. О, радостный какой, домой побежал. Все с собаками гуляют. А я не могу нормально. Везде все стреляет. Какой-то трусишка, зайка серенький достался. Трусишка, зайка серенький. Сейчас пропущу из-за него все. Вон они уже едут, едут. Видите, огоньки мигают, музыка. В общем, ждем. Ой. Как здесь говорят, келю съем. Первый король. Второй. Ребятишки радуются. А мне почему-то стало грустно. Такой праздник. Такой вообще это. И
Ну, будем надеяться, что в следующем году все будет как прежде. Смотрите, я вышла в домашней одежде, в угах. А кто там меня видел-то? Никто не видел. Так что пишите комментарии, если вам понравилось. Все, конечно, так произошло быстро. Вот. И делают у вас какие-нибудь. У нас, кстати, Рождество на носу наше. Но мы его, знаете, никогда по-особому не отмечали. Ни в России, ни в деревне. Как-то вообще никогда не отмечали. Поэтому особого такого отношения к Рождеству у меня нет. Я не трус, но я боюсь. Вон там и Ненья, вот трусишка. Вот эта трусишка сидит, небось, трясется где-нибудь. Ушел, наверное, на кровать к мужу. Сейчас буду новости смотреть. У нас, конечно, там жесть, что происходит, но это было... В общем, в ТикТок загружаю видео. В общем, все, загрузила ТикТок. И с вами будем прощаться с вот этим трусишкой. Чарли, Чарли, ты уже получше себя чувствуешь? Ты уже не боишься? Уже все нормально, да? На тебе твоего товарища. Лежи с ним, обнимайся. Целуй его, нализывай. В общем, а я буду новости смотреть. Жду ваших комментариев. Спасибо вам огромное. Все читаю и про котлеты, и про все-все-все, и ваши поздравления. Но, знаете, забываю, как говорится, поблагодарить вас во влоге. Но комментарии всегда вам... На комментарии всегда отвечаю. Так что пишите, пишите, и будем общаться. Всего вам самого лучшего, и всем пока-пока!